Всем привет, дорогие друзья. С вами Антонио Кавони, и это такой экспресс отзыв о сериале Топи. Я решил, покуда у меня нет сил, энергии, времени на то, чтобы делать нормальный СМР, я хотя бы могу делать какие-то видео, если будет на это опять-таки время, чтобы в которых я могу что-нибудь посоветовать. Или от чего-то, может быть, даже отговорить, я не знаю, как получится. Но я на самом деле не люблю отрицательные какие-то отзывы там или негативные, потому что если что-то не стоит того, чтобы это люди смотрели, то что об этом говорить-то? Лучше говорить о том, что стоит. Мне кажется, это гораздо более полезно и интересно. А так как у меня теперь есть собачка, она может непонятные звуки издавать, поэтому, насколько это возможно, не обращайте внимания. И еще я постараюсь не разглагольствовать очень долго, потому что не хочу, чтобы отзыв был типа супер длинным, там на 20 минут с моими рассуждениями и так далее, со спойлерами или прочее. Нет, я просто хочу сделать какое-то, скажем так, общее мнение о том, что я посмотрел и что действительно хотел посмотреть, и вот какой результат в итоге я получил, удовлетворил меня, не удовлетворил, понравилось, не понравилось, там и так далее. И стоит ли вам вообще смотреть или не стоит. Вот, и сериал «Топи» меня заинтересовал тем, что это сценарий Глуховского. Я не могу сказать, что я его большой поклонник, потому что у меня были многочисленные вопросы к романам «Метро» и к игре «Метро», и, в общем, что-то у меня отношения с ним, честно говоря, не складывались. И я не смотрел текст, по-моему, предыдущий фильм по его сценарию и по его книге. Ну, короче говоря, так как я люблю всякую мистику и вот эти вот все приколы, я решил посмотреть. И я не могу сказать, что это что-то вот произвело у меня вау-эффект какой-то. Да и не гонюсь я за этим вау-эффектами. В жизни без топи вау-эффектов нормально. И, в общем, вещь меня не разочаровала. То есть, если вы думаете, что это будет снова какая-то русская дичь, про, я не знаю, короче, какой-то сумасшедшей деревни там с придурками, то, в принципе, вы будете правы, но сценарий нормальный. Смотрите, ради бога. В общем, честно говоря, я хотел записать это видео, потому что я считаю, что такие проекты надо поддерживать. То есть, независимо от того, что у меня неоднозначное мнение к этому сериалу, но независимо от этого, я считаю, что смотреть нужно. Потому что ребята действительно старались, это видно по сериалу, потому что у него очень крутой дизайн. Атмосфера, реально очень крутая атмосфера, проработка. С музыкальной точки зрения мне очень понравилось, там реально прям как будто некоторые моменты это мини-клипы смотришь, крутой монтаж, свет, там люди реально старались и работали. Сценарий многослойный, то есть первые три серии, честно говоря, хотел дропнуть, прям на серьезке, я думал, господи. Ну, по определенным причинам, вот, ну, где-то с четвертой серии вот до седьмой, и особенно последние, наверное, две серии, мне даже было интересно. Я человек, который посмотрел и видал многое в плане, ну, вообще, и в плане особенно, конечно, таких мистических вещей, играл во многое, очень во многое. Но даже такого человека, как я, вот такого фрика, наверное, чему-то меня все-таки умудрились удивить, заинтересовать. И там есть о чем подумать, и концовка такая, что действительно есть о чем подумать. Я считаю, что это можно обсудить в комментариях, но никак не здесь, потому что я не хочу портить впечатление о сериале или наоборот вам что-то спойлерить и портить удовольствие. Я вообще человек, который люблю, я люблю смотреть что-то или читать что-то, зная минимум о продукте, вообще минимум. Вот когда я начал смотреть Топи, я знал, что его написал сценарий, написал Глуховский. На этом все. Вот, поэтому, ну, с точки зрения вот этой работы, это действительно люди поработали на славу. Я думаю, им стоит гордиться тем, что они сделали.
И в какой-то степени я действительно рад и доволен, что у нас научились делать действительно качественную вещь. И поэтому ничего про сюжет не могу сказать. Есть куча вещей, которые я хотел бы с вами обсудить, но лучше в комментариях, а не здесь. Очень много хотелось бы обсудить и рассказать, но не могу. Поэтому могу только лишь посоветовать, попробуйте. У нас не любит русская, собачка чихает, говорит правда. И еще и это априори считается уже каким-то зашкваром, но дайте сериал шанс вас заинтересовать. Вот. Единственный у меня такой супер минус, у меня было прям печальное впечатление по актерской игре. И, честно говоря, я вообще не понимаю, каким образом главный герой получил эту роль. По-моему, актера зовут Янковский, не помню имени. Я, простите, ради бога, я не критик, я не актер вообще ни разу, это чисто мое субъективное мнение, но мое мнение, что сыграно, ну, на уровне отвратительного. То есть замените, пожалуйста, главного героя в этом сериале, я скажу, сериал реально прям достойный, крутой, классный, я бы даже его пересмотрел. Но от игры главного героя у меня был испанский стыд, боль во всех местах, пару раз я реально ржал. То есть сериал не должен такой, тем более драматический, глубокий, все дела, не должен делать, оставлять такое впечатление, по идее, да, что тебе становится просто смешно. И потуги вот эти актерские, и мучения, видимо, актерские какие-то, человеку либо некомфортно, либо он, я не знаю, в чем там проблема, короче. Это не только мое мнение, оказалось, что у моих знакомых, друзей там, да, и моей девушки тоже сложилось впечатление, что здесь что-то не то, и какая-то совсем беда, печаль, и ничего не смотрел с ним больше, с этим актером, не знаю, где он снимался, что делал, но это какой-то ужас, просто ужас, и слава богу, что акцент, в общем-то, в этом сериале не на нем, на самом деле, слава богу, иначе это было бы, наверное, совсем грустно, печально, ужасно, я не знаю что, но у меня прям время было очень плохо, особенно первые три серии, я чуть именно из-за него не бросил смотреть все это. Серьезно, то есть я прям думал, господи, зачем, как, почему, для кого, что случилось, где, как режиссер, чем смотрел, что думал. Меня бомбило, честное слово. И я не люблю обижать, оскорблять или вообще что-либо говорить о других людях, скажем, как за спиной, но я лично им сказать ничего не могу. А отзыв хотел составить, и вот такой вот у меня отзыв по его актерской игре. И для меня это, в общем-то, я думаю, самый большой, самый крупный минус в этом сериале, реально. Не сценарные вещи есть, какие-то странные есть. Актеры, которые, ну, у меня тоже было такое, типа, не очень. Есть и другие вопросы к актерам, там, к некоторым, но это прям какой-то. А все остальное, ребят, честно, достаточно реально хорошо, и я был удивлен. То есть я не рассчитывал, что это будет что-то невероятное. Я немного сравнивал его с сериалом «Эпидемия» с точки зрения того, что вот как бы наши снова пытаются в Голливуд, там, да, в Netflix или еще что-то такое. Но в итоге оказалось, что если «Эпидемия» действительно пыталась и как-то что-то креативное, там вообще ничего не углядел, честно говоря. Хотя там актеры очень крутые, мне реально понравилась, как они играют. Но здесь вот скорее даже что-то уже аутентичное такое вот. Такое, ну, не наш Twin Peaks, но что-то наше появляется. Twin Peaks и сравнение с ним я видел в интернете. Он, я думаю, это неуместно, это какая-то фигня. Twin Peaks вообще не об этом. Ну, как мне кажется. И стилистически там и все такое. То есть сейчас уже походу принято все, что является странным, называть Twin Peaks. Может, в этом фишка. Я, наверное, не уловил, может, какой-то тренд упустил. Но нет, нет. Мистика, да. Но нормально. Поэтому
Так, у меня сейчас походу бутлай. Ну, не у меня лично, хотя хер его знает. Ну, в общем, я хотел такой вот отзыв оставить. У меня, правда, очень много дел, очень много всякого в жизни. Если вам интересно, я могу вам рассказать как-нибудь в отдельном видео. Но если у меня будут силы и возможности, буду записывать такие вот мини-отзывы по поводу того, что я считаю. Ребят, посмотрите, почитайте, поиграйте. Авось вам понравится, и это будет полезно для вас тоже. Поэтому вот так. С вами был Антоний Кавони, канал Кавони АСМА. Держитесь там, не забывайте. И спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь там, колокола ставите и комментируйте, конечно, потому что это всегда помогает и мотивирует, и вообще это круто. Вот, надеюсь, этот актер из Тапи больше нигде не будет играть никогда, но, наверное, это не сбывшийся, эта мечта не сбудется никогда, но ну, посмотрим. Может, в других проектах он прям крутой, я не знаю. Ну, вот, в общем-то, вот так. Все, что хотел сказать, сказал. Конкретно в рамках такого экспресс-обзора любые обсуждения сюжетных приколов и смыслов, и то, что я считаю для меня было важно в этом сериале, и что я в нем уловил, это все тогда лучше в комментариях. Поэтому все, пока.